Уходите, сейчас полицию вызову. Это я, откройте, пожалуйста. Лиля, я мужа убила. Зарезала ножом. Там в доме я к вам сбежала. Господи, что меня говорит? Посадят, пожалуйста. Помогите мне, мне больше пойти. Я вызову сейчас полицию, ты не бойся, ты оборонялась, ты оправдаю. Пожалуйста, не звоните. На мне ни царапины нет, он только замахнулся, а я его... Не доказательно, думаю, у меня ребенок будет. Я его защищала. Вы знаете, он как бить меня начнет, не может остановиться. Господи, чем же я могу тебе помочь? Вы мне денег дайте, я уеду куда-нибудь. Отсижу где-нибудь за деревом на попутке. Слушай, ну попутка — это не выход, мало ли на кого ты нарвешься. Тебе нужно ехать первым рейсом на пригородном автобусе. Меня узнают. Да ну, я загримирую тебя. Главное, чтобы внимание не привлекало. А потом, когда начнут искать, чтобы тебя не опознали. Хорошо. Как скажете. Хотя постой, как же ты с ребенком? Я не знаю. Я придумаю что-нибудь. У меня маленький срок. Ладно, я дам тебе свидетельство о рождении своей дочери. Спасибо, Константин. Угу. Хорошо.